Максим Тарапата ответил на слухи о романе со Златой Огневич. Бизнесмен рассказал об отношениях с певицей Златой. Несмотря на то, что финал второго сезона проекта «Холостячка» состоялся осенью 2021 года, интерес публики к его героям остается до сих пор. Самым обсуждаемым участником шоу является Максим Тарапата. И это неудивительно, ведь именно он поддержал Злату Огневич, когда она рассталась с победителем «Холостячки 2» Андреем Задворным. Подобное поведение мужчины вызвало массу слухов в сети. Многие поклонники Максима и Златы считали, что пара скрывает от них свои романтические отношения. Но мужчина все-таки решил не тянуть интригу и рассказал всю правду. Во время интервью Тарапата заявил, что они со Златой просто друзья. Он отрицает свои планы в завоевании чувств певицы и каком-то романе между ними. Однако признал, что они оба тянутся друг к другу. Это не борьба. Это про гармоничные и адекватные отношения, когда люди тянутся друг к другу и хотят быть вместе. Безусловно, мужчина должен проявлять знаки внимания, но если нет ответной реакции, то ничего не построишь, заявил мужчина. Также Максим признался, что во время съемок в «Холостячке» испытывал симпатию к Злате. Но этого оказалось недостаточно, чтобы решиться на серьезное отношение. Друзья, внимание! Внизу под роликом есть ссылка на инстаграм-магазин качественной и недорогой женской одежды. Магазин «Оля-ля». Доставка по всей Украине, оплата при получении. Заходите. Подписывайтесь. Покупайте.